Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс» автора Мерзляк Полонский Икер под номером 1145. Нас просят сравнить значения выражений. Итак, под номером 1 – 10 в 20 степени мы сравниваем со 101 в 10 степени. Поскольку мы не можем представить эти степени как степени с одинаковыми основаниями, то тогда мы можем сравнить эти степени как степени с одинаковыми показателями. Если основания степеней различны, но при этом положительные, показатель степени – натуральное число, то из двух степеней с одинаковыми показателями больше та, у которой больше основания. Поэтому представим 10 в 20 степени как степень с показателем 10. Мы воспользуемся с вами формулы. При возведении степени в степень основание оставляет прежним, а показатели перемножаем. И точно так же наоборот. Если показатель степени можно представить в виде произведения, то степень можно представить как возведение степени в степень. Поэтому 10 в 20 степени, показатель 20 мы можем представить как 10 умножить на 2. И тогда мы можем представить это как 10 в квадрате. И в десятой степени. 10 в квадрате – это 100. И в десятой степени. И теперь мы с вами будем сравнивать 100 в десятой степени и 101 в десятой степени. Из двух степеней с одинаковым показателем больше та, у которой больше основания, а это 101. Поэтому 100 в 10 степени меньше, чем 101 в 10 степени. Поэтому 10 в 20 степени меньше, чем 101 в 10. Под номером 2 мы сравниваем с вами 10 в 15 степени и 9990 в 5 степени. Представим 10 в 15 степени как выражение в 5 степени. 15 – это 3 умножить на 5, поэтому 10 в 15 степени можно представить как 10 с показателем 3 умножить на 5. И тогда это 10 в кубе, возведенное в 5 степень. 10 в кубе – это 1000. И сравнивать мы теперь будем с вами степени с одинаковыми показателями. 1000 в 5 степени и 9990 в 5 степени. Из двух степеней с одинаковыми показателями больше та, у которой больше основания, а это 9990 в 5 степени. Поэтому 1000 в 5 степени будет меньше, чем 9990 в 5 степени. Поэтому 10 в 15 степени меньше, чем 9990 в 5. Все, мы справились с вами с заданием, сравнили значение выражения. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.